Добрый день, уважаемые активинцы, добрый день, пользователи социальных сетей. Мы рады приветствовать вас на розыгрыше подарков от торговой сети «Дина» и, конечно же, торговой марки «Три желания». Сегодня, воскресенье, мы разыграем два новых автомобиля и массу других подарков. И вместе со мной в этой студии очаровательная помощница и моя соведущая на сегодняшний эфир Айгерим. Добрый день. Здравствуйте. Құрметті көрермен, армысыз, сіз бен біз асыға күткен күнде келіп жетті. Өйткені дәл қазір тікелей эфирде біз Дина сауда желісінен және де Трижин Лане белгісінен керемет сыйлықтардың иегерлерін білетін боламыз. Дорогие друзья, будьте с нами на связи. Это прямой эфир 222-333. Если вы не можете смотреть нас по телевизору, то обязательно сообщите своим друзьям, что нас можно смотреть и в онлайн. www.rikatv.kz. Онлайн-вещание именно через мобильный телефон, либо через другой гаджет вы сможете наблюдать и, конечно же, надеяться на удачу. Поверьте, розыгрыш у нас прозрачный, и мы желаем всем вам удачи вместе с тремя желаниями и, конечно же, торговой маркой «Дина». Я, құрметті көрермен, тағы да айта өтек, біз бүгін тікелей эфирде жұмыс істейміз, және де сіздер бүгін бізге қоңырау шала аласыздар. Біздің байланыс телефонымыз 222-333. Торговая сеть «Дина» и торговая марка «Три желания». Мы желаем вам удачи. Ал біз өз тарапымыздан сіздерге сәттілік тілейміз. Ну что ж, дорогие друзья, это прямой эфир 222-333. На ход розыгрыша можете повлиять и вы. Ну а пока в нашей студии человек, благодаря которому и команде ежегодно мы проводим различные акции и розыгрыши. Не только машины, но и ремонт квартир. Мы также разыгрывали и квартиры. Не сосчитать, сколько подарков было разыграно в этой студии. Под аплодисменты наших членов жюри, с которыми мы вас познакомим чуть позже, мы приветствуем директора ТО «Лучшее решение». Алмаз Жолдасович. Итак, Алмаз Жолдасович ежегодно появляется в нашей студии. Добрый день! С праздником вас, с Новым годом и с Рождеством! Уважаемые активинцы, в первую очередь хотел бы всех поздравить с праздником, с Новым годом, пожелать всем любви, здоровья, удачи. Первую Самое главное, фортуна, чтобы улыбнулась в этом году, чтобы все было все хорошо. Как я обещал, розыгрыши продолжаются и будут продолжаться. В новом году новый розыгрыш, как вы видите, с тремя желаниями нашими партнерами. Всем желаю удачи, любви, чтобы все было хорошо. Здорово. Ну, а сейчас, Алмаз Жолдасович, я хотел бы, чтобы вы также поприветствовали наших членов жюри. Это довольно известные люди в городе Аксюбе. Алима, которая является руководителем страницы в Инстаграм «Пусть говорят Аксюбе», где обсуждаются различные темы, и также люди оказывают помощь. И Екатерина «Зелла Хелп» – это тоже не менее известный человек в городе, который помогает и, конечно же, организовывает различные мероприятия. Давайте им поаплодируем. Спасибо. То есть они даже из рук своих, по-моему, ночью не выпускают мобильные телефоны, потому что сейчас они на своих страницах ведут прямой эфир. То есть у нас задействованы социальные сети и телевидение, ну и, конечно же, наши телезрители, которые будут звонить. У нас все по стандарту, в этот раз по стандарту не будет, потому что мы хотим, чтобы с вашей легкой руки вы прокрутили один раз лототрон. Как руководитель, то лучшее решение. Давайте это сделаем сегодня. Итак, друзья, под аплодисменты Катя, Лима, мы объявляем старт нашему розыгрышу. Масса бытовой техники, которую мы сегодня будем разыгрывать. Друзья, главное верить в удачу, потому что в социальных сетях обсуждается, что вот эти розыгрыши неправдивы, нечестны и так далее. Сейчас все видят, как это будет происходить. И наши члены жюри, и мы ведущие, и, соответственно, вы как руководитель. Благодарим и провожаем вас аплодисментами еще раз. Итак, дорогие друзья, еще раз после Алмаза Жолдасовича я вращаю барабан, открываю его. И думаю, что первый приз мы начнем сейчас так перемешаю разыгрывать. Я бүгінгі эфирім сделаем атлатын. Бірінші сыйлықтың иегері кім екен? А давайте, девушки, вы, Алима, пожалуйста, прямо с телефоном. Первый приз – это блендер погружной. Вот он у нас находится, да. Вот вы прямо в телефоне, тут уже пишут в комментарии, да? Пишут. Вот, ребята. Хорошо. Смотрите, блендер. Сейчас мы разыгрываем блендер, друзья. Так. Так, отлично, отлично. Итак, блендер погружной Алима показала. И обладателем первого подарка
От торговой сети «Дина». От торговой марки «Три желания». Кстати, торговая марка «Три желания» и в дальнейшем будет радовать всех своих покупателей акциями и, конечно же, хорошими подарками. Блендер достается Наталье Синенко. Номер купона, друзья. Сейчас я аккуратно отрываю чек и попытаюсь его прочитать. 006642. Поздравляем, Наталья, вас с выигрышем. Правильно я сказал, Наталья. С подарком блендер, который обязательно вам пригодится в быту. Ну, а наши члены комиссии, да, записывают это все. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, главным условием нужно было приобрести любой майонез плюс кетчуп «Три желания» на сумму от 500 тенге. Провести покупку по бонусной карте «Шанарак Family Bonus Club» и заполнить купон участника. Ну, а дальше мы продолжаем разыгрывать. У нас теперь будет блендер стационарный. Он тоже находится у нас в студии, друзья. Сейчас мы его разыграем. И это, я думаю, сделаем наша мамочка, я не побоюсь этого слова, которую любят большая часть детей города Актюбе и не только. Екатерина, пожалуйста, Зелла Хелп, Зелла Актюбе. Давайте это сделаем. Катюша, браво! Итак, второй приз. Второй приз на сегодня мы разыгрываем. И это у нас, как вы думаете, мужчина, женщина или мама? Микрофон. Пожалуйста, Катюш, можете присаживаться. Мне кажется, это мужчина, наверное. Мужчина. Ну, знаете, закрепили так серьезно, что... Хотели машину. Хотели машину, явно, да. Вот всегда так происходит, что машина либо квартира достается людям, которые никогда ничего не выигрывали. А есть и те удачливые, которым постоянно везет. Да. Согласна. Закрепили. Согласны, да, со мной? Вы же тоже часто принимаете участие в различных акциях. Так. Итак, друзья мои, я даже не могу прочитать фамилию, потому что так закреплен купон с чеком. Наконец-то я это сделал. Разворачиваю чек. И это у нас Ербулат Ескалиев. Номер купона 000689. Ербулат, от всей души вас поздравляем, если неправильно произнесли вашу фамилию. Простите нас, потому что все-таки, ну, понимаете, видно, быстро заполняли в преддверии Нового года. Друзья, не забывайте про акции от торговой сети «Дина». Кстати, сегодня также идет розыгрыш и в «Октау». 13 числа будет розыгрыш в городе Уральск. Также одного автомобиля. Актюбинцам повезло. Два автомобиля достанется кому-то. Итак, хорошо, перемешиваем. Еще раз. Я вращаю барабан. Вы все наблюдаете. Все купончики приводим. Так, говорите, девушки, откуда вытягивать? Он жагнан держатор. Справа отсюда. Я попытаюсь это сделать. Несмотря. Итак, еще третий подарок. Это также блендер. У нас достается Акмарал Кульмановой. Номер купона 019040. От всей души Акмарал вас ханум, поздравляем. Да. Зафиксировали. Это третий наш подарок. А четвертый подарок, друзья, у нас будет сэндвичница. Обязательный атрибут, который должен быть в каждом доме. Я барлыга әділ болу үшін, Дима мне барлыган арластырып жатыр. Көріп отырсыздар. Хорошо перемешиваем. Yeah. Давайте блендер теперь вы вытяните. Давайте. Не смотрите. Старайтесь не смотреть. Бахтияров Жалғас. Купон номері 019394. Құтты болсын, Жалғас. От всей души поздравляем Жалғаса. Покажите, пожалуйста, крупным планом. Вот наш купончик. Итак, это был у нас четвертый подарок. Теперь мы переходим к пятому подарку. Друзья, это у нас будет соковыжималка. Да? Хорошо перемешаем. Давайте, давайте, как скажете. Как руководители из жюри, останавливаем. Так, Алима, пожалуйста, соковыжималочку вытягивайте. Пойдемте, все должно быть по очереди. Итак, кому же достанется соковыжималка? Три желания. Также, дорогие друзья, наш партнер, следите за акциями. А три желания обещает много-много акций. Итак, это
Исмагилова Марьям Самгалиевна, номер купона 011072. Поздравляем вас. Итак, друзья, мы сейчас, как я говорил, уходим от правил, хорошо перемешиваем. И вместе с моей соведущей вытягиваем первый автомобиль. Да, 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 первый автомобиль. Узнаем, кому же он достанется. Так, хорошо, я перемешиваю. Бүгінгі науқанның басты сыйлығы бұл автокөлік. Қазір Дима екеуміз сол автокөлік егерлерін білетін боламыз. Пожалуйста, оператор, обратите внимание на наши камеры. Можно. Хорошо, так перемешаем все. Автомобиль, да? Автомобиль, да. Скажите, когда вытягивать купон, я постараюсь это все сделать. Дима бәрі әділ болу үшін жақсылап араластырып жатыр. Өйткені қазір ең басты сыйлықтардың бірі. Все? Да. Итак, друзья, у меня в руках автомобиль. Обратите внимание. Вы видели, что все было честно? Да, 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 все честно. Этот человек, как вы думаете, мужчина или женщина? Мне кажется, что девушка. Давайте узнаем, что он купил, этот человек, для начала. Итак, было им было приобретено маска карнавальная, дальше майонез «Три желания», кетчуп «Три желания». Напиток тут, ну, я не буду оглашать, потому что это реклама. А давайте мы ему позвоним сейчас. Давайте, вот у меня в руках, смотрите, купончик. У меня купончик, итак, мы узнаем, девушка это или мужчина. Я дәл қазір біз тікелей эфирде автокөлікті ұтып алған егерге звондаймыз. Вы знаете, последняя цифра неразборчиво написана. 73, да? Бұл ер адам ба, немесе әйел ме, қазір білетін боламыз. Пользователь занят. Давайте еще раз будем звонить. Вот я хочу вам показать, что номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Роман. Роман. А ваша фамилия? Иваницкий. А вы, собственно говоря, откуда звоните? Меня зовут Дмитрий, я ведущий розыгрыша от торговой сети «Дина» и торговой марки «Три желания». Ага, добрый день. Вы же покупали кетчуп, майонез? Припоминаю такое, да? Слушайте, ну вы такой активный, активный, да. А сегодня вот мы вас рады поздравить с тем, что вы выиграли билет на посещение театра. Да вы что? Да, ну в театр вы поедете на новом автомобиле Hyundai Accent. Да вы что? Спасибо большое. Вы рады? На буклете, что было написано, все правда оказывается. Все правда оказывается, да, вот так вот. Подождите, дайте подышу. Ну, вы понимаете, с вами свяжутся руководители маркетинга торговой сети «Дина», и вам все подробно объяснят, как и где вы сможете забрать своего нового железного коня. Спасибо, спасибо, что-то аж мурашки Это не розыгрыш. Вам позвонят. У нас прямой эфир сейчас идет на телеканале Рика ТВ, поэтому время у нас ограничено. Мы с вами прощаемся, потому что у нас еще на кону один автомобиль. Все, до свидания. До свидания, всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Я в шоке. Спасибо. Спасибо. Видите, как у нас происходит, друзья? Так, я вам отдаю отрывные купончики этого человека. Пожалуйста, запишите и зафиксируйте. Ну, а мы продолжаем наш розыгрыш, дорогие друзья. А впереди еще один автомобиль, поэтому не расстраивайтесь. И приз, который мы будем разыгрывать вместе с Айгерим, это будет у нас кофеварка. Кофеварку мы разыгрываем сейчас. Кофемашина сын. Ойнататын боламыз, осы кофемашинаның егері кім екен, қазір бірнеше секундтан кейін білетін боламыз. Итак, хорошо, перемешиваем все купончики, друзья, со всех сторон.
чистая рука. Показываю. Берем. Берем сверху. И это у нас Агыбаев Жалгаз. Номер купона 011212. Поздравляем от всей души вас, Жалгаз, с новой кофеваркой. Это у нас был уже 7-й приз. Итак, друзья, продолжаем розыгрыш. И еще одну кофеварку разыгрываем прямо сейчас. Давай, Герим, вытягивай и оглашай. Барлығын араластырайық дұрстап. Барлығы шынайы болсын. Так. Неразборчиво расписано. Ракигаева Кульпаршин. Номер купона 01921. Құттықтаймыз. Поздравляем. Давайте огласим еще раз и покажем купончик 019211. От всей души вас поздравляем с новой кофеваркой. Да. Поздравляем от души и продолжаем розыгрыш. Көріп отырғандарыңыздай, біз сыйлық таратып жатырмыз. Барлығы шынайы түрде, және де біз тікелей эфирде екенімізді тағы да айта өтейік. Девушки, давайте вытягивайте наш следующий приз. Это электрическая мясорубка. Давайте это сделаем. Электрическая мясорубочка. Кто же ее выиграет? Кто же ее выиграет прямо сейчас? Итак, вот в руках у Екатерины это Канат Абдрахманов, номер купона 008430. Канат, от всей души вас поздравляем также с выигрышем новой мясорубки. Итак, еще одну мясорубку разыгрываем прямо сейчас. Алима, ваш ход, пожалуйста. Я бізге қазылар алқасы қазір көмектесетін болады. Так, сейчас мы мясорубку. Да, мясорубку. Девушки, не забывайте, что у нас также идет прямой эфир, который вы сейчас ведете, да, на своих страницах. Это очень здорово, что наши люди теперь могут видеть это не только по телевизору, но и в соцсетях. Ардак, а вот фамилия неразборчиво написана, номер купона 020222. Ардак, поздравляем вас от души. И нас остается очень мало эфирного времени, но я думаю, мы еще успеем разыграть кухонный комбайн. Друзья, прямо сейчас это сделаем. Итак, кому же достается? Алмаз Жолдасович, вы наблюдаете за розыгрышем. Откуда вытягивать купон за кадром? Справа. Справа, отсюда. Хорошо. Итак, справа. Он же антибжатор. Глубина. Итак, достается у нас, как я уже сказал, кухонный комбайн Раушанову Батыржану. Номер купона 001025. Мы от всей души вас также поздравляем с выигрышем и желаем успехов. Пожалуйста, чек, чтобы не потерять. Итак, следующий приз – это будет вертикальный пылесос, дорогие друзья. Где он у нас находится? Где-то… А, вот, вот. Вот здесь он находится, вертикальный пылесос, который мы сейчас также разыграем. А, пожалуйста, ваша очередь. Ага, земельхолмин, да. Вертикальный пылесос мы разыгрываем, и он достается. Любовь Михайловна, 00-1-1-27. Любовь Михайловна, құттықтаймыз. Поздравляем, Любовь Михайловна, именно вас с выигрышем приза и подарка. Это хороший пылесос. Я бүгін сіз керемет шанс орғыштың егері болдыңыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Следующий наш приз – это будет посудомоечная машина. Мечта, по-моему, каждой мамы, каждой женщины. Ну что ж, Катюша, теперь ваша очередь. Все по-честному, нейтральные люди, которые у нас сегодня вытягивают купоны. Итак, стиральная, ой, простите, посудомоечная машина. Сейчас узнаем, кому же достанется она. Три желания, исполнение желания, а двух автомобилей, один уже мы разыграли. И это Шабай Пикеев, номер купона 007722. Пикеев Шабай, от всей души вас поздравляем, обрадуйте свою жену, может быть девушку, может быть семью всю, с тем, чтобы вы сегодня стали обладателем посудомоечной машины. Это здорово. Итак, да, вращаем еще раз барабан, и следующий наш приз, это будет стиральная машина. Машина, друзья, которая также находится в нашей студии. Машина, девжатор. Итак, кому же достается стиральная машина, мы сейчас узнаем. Не смотрим, вот отрон. Вытягиваем.
Чек такой солидный. Это Абдрахманова Лиана. Да, номер купона 015199. Лиана, от всей души вас поздравляем с выигрышем и, конечно же, с победой от торговой сети Дина и торговой марки «Три желания», которая также готовит для вас новые акции уже в новом 2019 году. Итак, друзья, разыгрываем следующий приз. Это морозильник. Вот наша Алима сегодня в гостях сказала, что можно я его выиграю? Можно я его выиграю? Такая вещь классная. Ну, узнаем, кому же эта классная вещь достанется. Алима, ну, собственно, давайте вы вытягивайте. Хотели подарок? Вытягивайте. Чтобы все было по-честному, да. Итак, друзья, морозильник у нас на кону. Кому морозильник достается? Азамату Жеримбетову, номер купона 007936. Давайте порадуемся за Азамата. Видите, мужчина выиграл. Ну, не Алима выиграла. Я кордон зерме бүгін Дина сауда желісі және де три желания белгісі арқылы армандар орындалып жатыр. Итак, еще один приз. Это телевизор. В новом году мы разыграем от торговой сети Дина и торговой марки «Три желания», друзья. Я теледидарь Егерком Владыкин, Дима. Итак, кому же достанется телевизор, чтобы наш следующий розыгрыш по нему смотреть? Угу. А достается он Кунзире Капановой, номер купона 002855. От всей души поздравляем вас с новым телевизором. Это у нас был 16-й приз. А сейчас, дорогие друзья, мы делаем следующее. Мы закрываем лототрон, потому что еще один автомобиль. Мы сделаем следующим образом. Двое наших членов жюри, я хорошо перемешиваю, сейчас вытянут еще один автомобиль. Девчонки, как идемте, автоколик прямо егерн, вдвоем. Казыр. Давайте я буду снимать прямой эфир. Хазлар алхасы таңдайтын болады. Я буду снимать... Так, два телефона, смотрите, вот магия социальных сетей. Покажите руки. Барлығы шынайы. Ничего нету. Потом купон передаете мне, да, ничего нету, я снимаю это все. Берите за руки, девчонки, как вы это делаете. Закрывайте глаза, отвернитесь. Так, смотрите, подождите, я показываю, смотрите, что подожди, они подожди, нигде еще не прилепили ничего. Так, девчонки, только один купон, одну машину мы уже разыграли. Только один купон. Да, да. Один? Так, держите, забирайте свои мобильники. Так, давайте покажем, кто у нас тут. Жан автоколик егері кім екен? Қазір бірнеше секундтан кейін білетін боламыз. Вот я пытаюсь открепить его. Что ж такое? Автоколик егерлерін біздің қазылар алқасы бірге таңдаған болатын. Барлығы шынайы. Я пытаюсь шынайы. Это сделать аккуратно. Девушки, наблюдайте. Тут вот прям заклеено все. Какая-то сказка прям. Я к Мике. Так. Номер купона 06001. В чеке проверим, все ли так. Три желания: шашлычный, желание провансаль. Это, видимо, целенаправленно человек шел. Только, да, вот покупал. Но есть одно но. Друзья, мы не знаем мобильного телефона. Обратите внимание. У нас нет мобильного телефона. Я в этой ситуации хочу показать, да, что этот человек... Либо я сейчас должен принять решение, либо я должен сейчас посоветоваться в прямом эфире с руководителем маркетинга, потому что нет мобильного телефона, мы, значит, не можем этому человеку просто отдать автомобиль, понимаете? Потому что этого человека мы не сможем просто найти. Может, он из района. Вот, значит, зовут Амангельды. Итак, я должен посоветоваться, попрошу в нашу студию зайти. Не в кадр, руководителя департамента маркетинга торговой сети Дина, для того, чтобы именно переговорить и переразыграть этот подарок. Я думаю, вы со мной согласитесь. Катя, как вы думаете? Переразыгрывать будем? Либо Алмаз Жолдасович, что мы делаем? Переразыгрываем машину или нет?
Ну, вот такое бывает, да, ребят. Первый раз такое случилось, но в этой ситуации я должен непосредственно проконсультироваться с руководителями. А пока вы объясните правила дальше, что нужно было сделать. Купон остается, вот я передаю его вам. Осы науқанға қасу үшін Дина сауда желісінен 3 желание белгісімен өнімдерді 500 тенге сомасынан артық алу қажет болатын. Және де осы сауданы бонустық картамен өткізу керек болатын. Және де купонды толтыру керек. Болатын. Жаңа ғана көріп отырғандарыңыздай, біздің Дима купонды алды. Бұл купон егері жаңа автокөлік егері болатын, бірақ купонда өзінің номері жазылмағандықтан қандай шешім қабылдайтынымызды білмей жатырмыз. Қазір біз бұны директордан сұраймыз. Итак, Алмаз Жолдасович находился в этой студии вместе со всем департаментом маркетинга торговой сети Дина. И сейчас вот в руках у меня, вы видите сами, что не указан ни мобильный телефон. Есть чек, в котором есть только два продукта указано. Я не могу оглашать фамилию этого человека, потому что реально мобильный телефон не указан. Смотрите, друзья, я закрою сейчас фамилию, я покажу только имя. Девочки, вы сами все видели. Надо переиграть. Значит, уважаемые актюбинцы, я хочу, чтобы вы поняли правильно. Все-таки прямой эфир. Мы хотим, чтобы люди дозвонились, чтобы убедились. На самом деле, давайте переиграем. Все, извините. Девочки, давайте еще раз. Спасибо. Переигрываем. Пожалуйста, ваша миссия. Хорошо, еще раз. Я купонда міндетті түрде ұялы телефон номері жазылу керек болатын, жазылмаған, сондықтан да біз автокөлік егерлерін қайта ойнататын боламыз. Да, кому-то могло бы и повезти. Представляете? Какой-то мобильный телефон, от чего мы зависим. Все, девчонки, давайте. Я вновь забираю мобильные телефоны. Первый раз такое в практике моей за столько лет. На машину смотрим. Смотрим на машину. Так, смотрите. Операторы, пожалуйста, крупным планом покажите. Локоны Екатерины не закрывают, но все нормально. Не, бірге таңдап жатыр. Надеемся, сейчас удача уменьшится. Вот, взяла. Взяли? Итак, я вам возвращаю мобильник. Ваш. Я проверяю, есть мобильный телефон. Итак, эта девушка, которая сегодня, друзья, выигрывает автомобиль. Ее зовут Айгуль. И сейчас мы звоним Айгуль. Я, қазір біз Айгульге хабарласамыз. Бұл купонда номер көрсетілген екен. Вот номер Айгуль. Вот ее купон. Чек я сейчас отдаю вам, но купон у меня. Осындай керемет сыйлықты ұтып алған Айгуль қандай сезімде болады екен? Приятно, да, что так вот происходит. Да. Здравствуйте, Айгуль. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Мы вас беспокоим с торговой сети Дина. Дина? Да. А вы где сейчас находитесь? Так весело у вас с утра уже. Я нахожусь у брата. Сегодня у него новоселье мы отмечаем. А вы сами по профессии кто? Где работаете? Чем занимаетесь? Я работаю воспитателем. Воспитателем. Скажите, у вас есть машина? Машина? Да. У меня нету. Хотели бы машину новую, Hyundai Accent? Хочу. Она у вас есть, потому что вы выиграли ее. Вы ее выиграли от торговой сети Дин. Спокойно. Айгуля, мы вас поздравляем. С вами свяжутся сегодня руководители. Руководитель непосредственно департамента маркетинга торговой сети Дина. Мы вас поздравляем. Победителем автомобиля второго в городе Актюбе становится Мазикенова Айгуль. Номер купона 017796. Всего хорошего, Айгуля, ура! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто, молодой человек? А я супруг. Мы вас поздравляем. Ваша супруга сегодня выиграла новый автомобиль Hyundai Accent. Ой. От трех желаний. От торговой сети Дина. Мы вас поздравляем. Ой, спасибо большое. И... А наши действия теперь. Всего хорошего. До свидания. Ага.
Вот видите, как все случается, друзья. Нет. Новые люди, новые эмоции. Я покажу купончик еще раз с крупным планом. Затем мы его покажем в социальных сетях. Вот воспитательница выиграла новую машину. Даже супруг, сколько было эмоций. Честно вам скажу, вот такие эмоции всегда естественны, не наиграны. И те люди, кто пишет и говорит, что это все неправда, друзья, не завидуйте другим. Просто попробуйте верить в удачу. Она обязательно улыбнется вам. Мы благодарим торговую марку «Три желания», торговую сеть «Дина» за такие прекрасные розыгрыши. Обязательно ждите новых акций от «Трех желаний». Всем удачи, вам спасибо. С Новым годом и с Рождеством, друзья. До встречи на новых акциях с новыми подарками и с новыми желаниями.